В Усть-Кутском районе при опрокидывании лесовоза погиб человек. Авария произошла накануне на федеральной трассе Вилюй. Предварительно шофер большегруза не справился с управлением при спуске с левым поворотом, и транспорт опрокинулся. Водитель лесовоза скончался на месте, пассажиру потребовалась медицинская помощь. А несколько часов назад стало известно, что на Александровском тракте в пригороде Иркутска КамАЗ наехал на 5-летнюю девочку. Она доставлена в больницу. Все подробности происшествия выясняются.